Так, ребята, всем привет, на связи Евгений Ванин. Сегодня у нас воскресенье, и неплохо прошли выходные в плане заработка. С нашей рекламной площадки клуба у нас очень хорошо вырос трафик. Было практически 2500 посетителей за прошедшие сутки. Сегодня воскресенье, чуть поменьше посетителей, но у нас на Бали сейчас 21:38, да, в России сейчас это где-то 5 часов вечера, 16:30, поэтому еще не вечер, как говорится. Вот, и очень хорошо, что у нас клуб очень быстро развивается. Мы достигли таких результатов по рекламе, и надеюсь, мы будем их держать, да, то есть не только держать, но и повышать. И сегодня начисляем уже 4-й раз, наверное, прибыль по рекламной площадке. Я начислю вам за вчерашний день. Вчера не смог начислить, интернет у меня плохо работал. И за сегодняшний день мы уже вот 855 рублей заработали. Вот начислю за 2 дня и потом также в порядке, как, то есть понедельник, вторник, постепенно будем начислять. За месяц у нас получилось уже 11 839 рублей. По сути, мы окупили все наши вложения, даже вот 12 124 рубля, мы окупили все наши вложения в рекламную площадку, и сейчас она уже выходит, ну, уже вышла в чистую прибыль. На следующей неделе, во вторник ориентировочно, мы запустим еще несколько проектов, поэтому те, кто сейчас не участвует в рекламной площадке, вы не волнуйтесь. В любом случае, на оферкоины вы будете получать прибыль от этой рекламной площадки в ближайшем будущем. То есть, как только мы оферкоины выведем на биржу, да, это, я думаю, в ближайшие несколько недель произойдет, то вы также будете получать прибыль от этой площадки. Она будет накапливаться сейчас, а потом я просто ее распределю на все оферкоины. Вот, сейчас же я распределяю пока прибыль тем, кто уже участвовал на первом этапе. И у нас это получается, то есть за вчера мы заработали 3055 рублей плюс 8855. Давайте калькулятор я посчитаю. Так, 3055 плюс 855 будет равно 3910. Я захожу на нашу биржу проектов, вбиваю сюда эту сумму 3910 рублей и нажимаю кнопочку «Раздать». Прибыль раздана. Сейчас я зайду на почту. Вот пришел мне финансовый отчет. И здесь мы можем увидеть, сколько кто получил денег. Если вы видите то, что здесь вот начислено 0, не бойтесь, потому что у нас сегодня стоимость 1 доли составляла 0, то есть 1 копейку. 0,1, то есть 10 копеек. Да, и те, у кого здесь по нулям, то есть это накопительная, так скажем, часть. То есть не смогли, мы не можем, то есть система не может начислить меньше денег, меньше рубля, и она округляет их, и ваши деньги, они сохраняются и начисляются в следующий раз. Вот. У кого все-таки доли уже есть, то те получили свою прибыль. Итак, давайте посмотрим, самая большая прибыль у нас сейчас составила 548 рублей. Это был Игорь Дмитренко, как всегда у него 3503 доли. Артем Плешков получил у нас 398 рублей с этого отчисления. Игорь, ну и так далее. Да, то есть вот небольшой финансовый отчет. Смотрите, проверяйте свои кошельки. Прибыль была распределена. Ждите следующего распределения. Спасибо всем за участие в клубе. Пока-пока.